Почти на 60 дворовых и 4 общественных территориях завершены работы в Орловском регионе. Всего в рамках регионального проекта формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2020 году планируется отремонтировать 175 дворовых и 35 общественных территорий на общую сумму свыше 391 миллиона рублей. На еженедельном совещании губернатора с главами районов обсуждался вопрос реализации муниципальных проектов и исполнения контрактов. Есть объекты, коллеги, которые нужно смотреть внимательно, потому что каждая копейка бюджетных средств, особенно когда она идет по требованию и по настоянию жителей, она должна реализовываться так, чтобы мы получали слова благодарности, а не проблемы от реализации этих проектов. Поэтому прошу очень внимательно смотреть, как выполняют подрядные организации, что они как делают и что нужно исправлять. Поэтому прошу здесь и главы, и госзаказчик активно подключаться. Если видим требования, которые необходимо реализовывать, прошу этим заниматься.